Всем салам, на связи Сарам, ну а перед началом просмотра хотел бы вам напомнить о том, то, что на сайте MyCSGO действует мой личный промокод Сарам, введя который вы получите бонус в виде 30% к вашему депозиту. Пополняйте баланс на 1000 рублей, получаете 300 рублей на халяву. Пополняйте баланс на 5000 рублей, получаете 1500 рублей на халяву. Как по мне, это довольно круто. Ну а самое крутое здесь то, что на сайт можно пополнить любыми картами, а помимо карт можно точно также пополнить скинами. Также не стоит забывать то, что все ссылочки будут в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании под данным роликом. Но я желаю вам приятного просмотра, погнали! Прямо сейчас я закинул 5000 рублей на свой аккаунт, и давайте же посмотрим, как же вообще тут можно окупиться и можно ли это вообще сделать. Давайте же сейчас мы с вами это и узнаем. Во-первых, 5000 рублей довольно хорошая сумма. И, конечно же, можно пооткрывать сразу же дорогие кейсы. Но нет, я хочу попробовать открывать новый кейс. Новый кейс, вот так вот он выглядит, можно выбить отсюда вот таким вот скелетной перчаткой черепаха, либо же нож с лезвием крюком гамма-доплер. Давайте же посмотрим и откроем 10 раз. Сразу же пол баланса с вами зальем сюда и попробуем открыть. Честно, не знаю, прикиньте, просто с первого открытия мы с вами выбьем нож какой-нибудь, либо перчатки. Я буду удивлен. Но, к сожалению, да, к сожалению, у нас с вами ничего из этого не падает. На 2700 нам падает, конечно, на 100 рублей минус, но не страшно, не страшно, пойдет. Давайте же опустимся немного ниже и посмотрим, какие кейсы можно открыть еще. Майнинг кейсы можно точно так же будет попробовать подкрывать, но давайте перейдем к кейсы блогерам и попробуем открыть сам. Майнинг. Мы можем открыть его, грубо говоря, где-то раза 3-4. И если повезет, мы будем в шоколаде. Давайте же с вами попробуем. Я хочу залынить. Вы знаете меня, я знаю вас. Вам нравится, когда я просто заливаю свои деньги, самые последние вливаю в кейсы, и вам это нравится. А я люблю риск, поэтому нажимаю на F, прям такая пресс-F клавиша, да? Но давайте посмотрим, что же мы с вами выбьем. У меня глаза горят, просто не могу. Очень сильно хочется выбить хотя бы нож, либо перчатки. И у нас остается уже, грубо говоря, предпоследнее открытие. Да, мы просто в начале ролика делаем просто вот месячную зарплату какого-нибудь работяги. Это обидно, но это может делать просто каждый из вас. Я понимаю, что это азарт, это все, но вы зайдите ко мне в профиль, я зайду сам. Вы не надо заходить ко мне в профиль, ломать меня. Вы посмотрите, сколько у меня тут всяких различных скинов различной стоимостью. Перчатки, ножи, это все под вывод. У меня нож 47 тысяч стоит только, и я жду, когда он сейчас выведется. Просто очень много всего. И как вы видите, я просто прямо сейчас 30 с лишним тысяч вывел Саула Майнинг, это кейс блогера. Вы, наверное, скажете, у тебя подкрутка, у тебя еще что-то, у тебя то, все. Зайдите ко мне в профиль. Нет, в профиль не надо ко мне заходить, сам зайду, опять-таки поправочка. Доступны для продажи. И посмотрите то, что здесь точно так же очень много ширпотрепа. Это те скины, которые я нечаянно просто забрал, то есть, чтобы вы видели, что мне говно точно так же падает. Что мне не падают только дорогие скины, мне падают точно так же вот ширпотреп, просто ненужные скины, которые нужно продать, но мне просто лень это все продавать сидеть. То есть, ну, тут очень много всякого говна по 9, по 6 рублей. Поэтому я это не трогаю. Я не знаю, просто у меня эмоции сейчас. Вы понимаете то, что 30 с лишним тысяч, это реально труд. То есть это просто труд какого-то человека. А я просто, у меня аж горло пересохло. За 3 нажатия сделал. Вы любите, когда я рискую, я люблю сам рисковать. У меня прям это буря эмоций. Вот внутри меня это все прям заряжается так. Ну и давайте попробуем еще какие-нибудь кейсы пооткрывать. Честно скажу, очень сильно хотелось бы попробовать пооткрывать вот этот кейс, который мы с вами открыли раза два, наверное. Открыть его еще попробовать. Потому что здесь еще и бонусы дают. И к бонусам мы тоже с вами перейдем, покажу вам, как бонусы работают. Бонусы сегодня тоже откроем. Так, падает нам мемка и цешка вот эта. Но это говно полностью, 250 рублей. В два раза нас слило. Давайте попробуем еще раз. У нас остается 500 рублей, всего лишь 500 рублей у нас на балансе с вами остается. Я не знаю, честно, очень сильно хочу. Ну, скоростной зверь, но две цешки просто вот по копейкам нам упало, конечно, это очень обидно. 325 рублей. Ладно, давайте попробуем какие-нибудь дешевые кейсы. Из дешевых кейсов, ну, майнинг только. Это самые дешевые кейсы, которые можно открыть по факту на сайте. Давайте майнинг попробуем. По 123 рубля у нас есть 7 открытий, грубо говоря, примерно 7. Ну вот попробуем, я просто если сейчас еще что-то с Азимова выбью, я немного вообще в шоке буду, конечно, сидеть. Если мы в натуре что-то с Азимова сейчас еще заберем, я вообще в шоке буду. Но это, конечно, очень маловероятно, что мы сейчас с Азимова что-то заберем. Но, по крайней мере, очень сильно хотелось бы что-то забрать. Емочка, либо калашек, либо авик, либо вот еще один. 4 просто скина самых дорогих пролетело, и ни один из них не выпал. Вот и пожалуйста вам, кто будет думать, что у меня подкрутка. Ага. Если бы у меня подкрутка была, я бы давно бы уже себе либо М-ку, либо авик, либо еще что-то забрал. Но вот пока что, конечно, грустненько идет. Но я очень сильно надеюсь. У нас еще 4 раза с вами есть, примерно осталось с вами. Давайте посмотрим. Ну, P250, который дал нам шанс еще попробовать пооткрывать. Может быть, по тактике? Смотрите, есть тактика небольшая, которая может по факту сработать. Смотрите, вы выбираете 2 кейса и открываете их быстро 3 раза. Вот, 3 раза. Вам не должны не падать никакие 250, ничего. Вам должны падать полностью ширп.
И так вы делаете вот сейчас еще раз. Вот делаете так, просто посмотрим. Это я делал на баланс от 1000 рублей. Посмотрим, как сейчас. Возможно ли это так сделать или нет. И теперь открываем по 10 раз. Навряд ли, конечно, это работает с балансом меньше 500 рублей. Вот, это я прям очень сильно сомневаюсь, но рискнуть все равно стоит, почему бы и нет. Ну да, это так, скорее всего, не работает здесь. Вот, ну давайте просто добьем наш тогда с вами баланс. Да, да, просто добьем его до конца. Вот, и ну сколько тут еще? О, нам что-то выпало. Ну давайте 5 раз еще последних. У нас остается 2 рубля. 5 раз тоже, на самом деле, может что-то выпасти. Вот это не думайте, то, что я постоянно по 10 кручу. Хотя бы что-то. Не-не-не-не-не. Тут вот авик лежал, конечно. Он мог бы чуть-чуть докрутить, но, к сожалению, не докрутил. Давайте же перейдем к бонусным кейсам. Наверное, вы скажете, а как бонусы вообще зарабатывать? Бонусы зарабатываются, соответственно, с кейсов, у которых есть значок плюс бонус. На самом деле, у многих кейсов такие значки есть. И, соответственно, у вас копятся бонусы. Это, грубо говоря, халявные кейсы вы будете открывать на бонусы. Потому что, если у вас, грубо говоря, там будет 5000 рублей, 2000 рублей, вы пооткрываете бонусные кейсы, заработаете еще примерно там 1000 бонусов и, соответственно, сможете пооткрывать некоторые кейсы. Ну вот у меня 245 бонусов. Я могу открыть кейс Black Collection. И здесь очень много различных, так как вот нож есть, перчатки есть и очень различные много других скинов. Ну и давайте просто ради интереса откроем и посмотрим, что мне выпадет на халяву бесплатно. Я понимаю, это рублей 10-20 будет сейчас, но здесь бывает то, что везет так, что может выпасть, конечно, и графитка может выпасть, да. Ну 88 рублей тоже неплохо, просто на халяву. Да, то есть и эти 88 рублей просто вот ради интереса можем еще залить вот сюда вот и быстренько открыть вот так вот, бам. Почти повезло, почти что-то выпало, но чуть-чуть не повезло. Вот, поэтому как-то так. Кстати, ребята, также не забывайте, знаете про что? Не забывайте про то, что здесь проходит премьер прямо сейчас. Нажимайте перейти к событию, и если вы сольете деньги все, вы сможете забрать награды. Тикет для раздачи, пожалуйста, нажимайте на забрать награду, уже бегу участвовать в раздаче. Бам, участвуйте, можете еще, бесплатный кейс. Хоп, забираете. Скин в подарок, 2 скина. Пожалуйста. Вот такие, подарочный скин можно использовать прямо сейчас, но с небольшими ограничениями. Наслаждайтесь. Пожалуйста, Скар 20 грот и Негиф вот такой вот нам выпал. Как бы, ну, я считаю, неплохо. То есть вы здесь можете просто окупиться. Про это точно так же не забывайте. Ну, а прямо сейчас мы заходим в наш с вами инвентарь и видим то, что мы с вами, во-первых, нам дали вот такие бесплатные 2 скина в общей стоимости 40 рублей, ну и складной нож Зубтигра за 34 тысячи мы с вами забираем. Всем огромное спасибо за просмотр, ребят. Ну, также не забывайте вводить мой промокод Сарама, который видите прямо сейчас на ваших экранах. Также не забывайте то, что ссылка на данный сайт будет закреплена в сообщении в комментариях, либо же в описании по данным роликам. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Удачи!